Куда пойти? Мы сориентируем вас в культурном пространстве. Категория 12+. О том, что нового происходит в культурной жизни Ростова, расскажу вам я, Наталья Тарасова. Здравствуйте. Имя композитора Леонида Клиничева тесно связано с Ростовом, хотя он родился в Крыму и жил долгое время в Ташкенте. Любовь к Дону началась с произведений Шолохова. Сюда он приехал сразу после Московской консерватории, чтобы стать во главе композиторского отделения будущей Ростовской консерватории. Среди самых известных произведений Леонида Клиничева – балет «Тихий Дон», опера «Цыган» и драма «На охоте». 20 октября в Ростовской филармонии состоится мировая премьера его симфонии «100 лет», а также ростовская премьера моно-оперы «Анна» об Анне Ахматовой. Солирует Мария Соловьева, Мариинский театр. Ростовским оркестром управляет дирижер из Хабаровска Антон Шабуров. В Доме кино стартует ежегодный фестиваль польских фильмов «Висла». В его программе 7 фильмов. Здесь и комедии, и драмы, и психологический триллер. Фестиваль откроется комедией «Планета синглов». Он об учительнице музыки, которая ищет в интернете идеального мужчину, но в реале встречает ведущего популярного телешоу. Он восхищен неисправимым романтизмом девушки и предлагает ей стать героиней программы об интернет-знакомствах. К чему это приведет, узнаем 18 октября. Фестиваль завершится 24-го. Блоком короткометражных документальных фильмов. Не так много осталось спектаклей, которые еще можно посмотреть на театральном фестивале «Минифест». 21 октября уже закрытие. В этот вечер покажут золотомасочную постановку «Видогонь театра Васса». Еще можно успеть на китайскую оперу «Пионовая беседка», драматичную историю «Урзель» от Берлинского молодежного театра, совместные постановки финского и чешского театров, а также еще одну неоднозначную версию шекспировского «Гамлета». Спектакли идут днем и вечером до воскресенья включительно в молодежном театре. В театре Горького показывают «Примадонну» по пьесе американца Кена Людвига. Обаятельная старушка-миллионерша разыскивает двух потерявшихся в детстве племянниц, чтобы оставить им в наследство свои миллионы. Пока не установлены личности настоящих родственниц, в дело вступают мнимые два молодых безработных красавчика-актера. Ради денег они готовы даже на перевоплощение в девушек. Но эта игра будет стоить свеч только до тех пор, пока в дело не вмешается настоящая любовь. Пьесу поставил болгарский режиссер Богдан Петканин. Зрителю ростовской драмы он знаком по спектаклям «Зануды», «Ромео и Джульетта», «Доходное место» и «Лес». Премьера состоялась на прошлой неделе, следующий показ 19 октября. Персональная выставка современного ростовского художника Вадима Мурина работает в Макаронке. Представлено 25 живописных полотен разных лет. Пространство арт-центра подвергли архитектурной трансформации специально для этого события. Вадим Мурин намеренно уходит от действительности и диктуемых модой тенденций. Бунтарство этого художника заключается в том, что он, живописец, отказывается от красок. Для юга это редкость. Ростовская школа любит цвет, пишет о его творчестве московский искусствовед и куратор выставки Светлана Баскова. Художественный язык Мурина сложился в 90-е, а Светлана Баскова – автор документального проекта о столичных представителях арт-сцены 90-х. Выставка открыта до конца октября. С новостями культурной жизни Ростова знакомила вас я, Наталья Тарасова. До встречи!